Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, Лига Мастеров 3 звезды, поехали. Забираем наши награды. Сюрикены, кролики, золотые осколки и платиновые. Прекрасно. Так, заберем здесь награду. Так, в магазине откроем бесплатно пак. Нейтрализатор выпадает нам. Так, что я хотел еще глянуть, друзья? Да не буду я. У нас уже, блин, вот что писал там мне подписчик. Рэй говорит, у тебя на этой неделе персонаж будет переведен в платиновый ранг. Я и забыл совсем. Я и забыл об этом. Ну что, кого будем переводить? Так, я хотел, если ты помнишь, хотел перевести Донателло. Того самого мелкого Донателло. Но я что-то вот... Что-то я его не вижу. Так, ну давай посмотрим внимательно. Так, тут пусто, пусто, пусто. Где же этот Донни? Я что-то не помню. А где у нас Донателло? Ролевой, я вот про того Донателло, который ролевик у нас. Где он вообще? Слушай, он, наверное, по уровню, ребята. Подожди. Здесь все персонажи, получается, да? Я вижу Кунаичи, я вижу Мутагеноида. Чё-то... Кейси. Да как так-то? Чё, я вообще, что ли, ослеп? Не вижу уже персонажей даже. Хан, нифига себе. Я не помню, чтобы, ребята, Хан был когда-то на турнирной арене. Ладно, тогда давай кого-нибудь, может, Пита поднять. Не, давай-ка мы, наверное, Кунаичи возвысим. Мне желательно те бойцы, у которых есть массовые атаки. Можно, кстати, попробовать Лапекс повысить по уровню. Вот интересно, кто лучше, Лапекс или Кунаичи? Давай, наверное, Кунаичи все-таки переведем. Хватит у нас. О, да. Замечательно, друзья мои. И сразу же, оп, сразу же уровень поднимем. Прекрасно. Ну что же, вот и Кунаичи. Так, пройдите серию испытаний, погнали. Быстренько пробежимся по серии испытаний. Возьму Макмана, возьму Армагона, Кожеголовый Крэнк и Супер Шреддер. И опять же, ребята задают мне вопрос. Как накопить на сплинтеры? Как накопить еще на какого-либо персонажа? Друзья мои, ну... У меня уже столько было серий по объяснению, практически в один момент, в один какой-то там месяц, чуть ли не в каждый день я вам объяснял, как это все добывается, как это фармится, ну, и как это прокачивается. Есть, ребята, еженедельные события. Например, на этой неделе у нас разыгрывался, сам видел кто, да? Кролики. 50 ДНК кроликов я получил. А у тех, у кого, например, его нету, и кто его, например, фармит, это был очень неплохой, ребята, шанс, как говорится, приобрести его как можно быстрее. Получить в копилочку 50 ДНК на кроликов. Это очень много, если фармить за жетоны, ребят. Я, в принципе, раньше так и делал. Фармил именно за жетоны. Ну и, конечно же, по-моему, пару раз он мне выпадал на событиях. То есть я не жалею нисколечко, ребят, что у меня появились такие персонажи, как Крэнк, Супер Шреддер, Усаги, Маузеры. Потому что они действительно великолепные. Я не могу про них ничего сказать. Практически вся игра, весь косяк, вот этот вот костяк нашей команды, он висит именно на этих персонажах. Они выруливают, они тащат, как говорится. Так, ну что, давай теперь мы, наверное,
Так, Пиццелица, мы можем тебе еще что-нибудь тут? А, мы ему ящик с инструментами еще не нашли. Один. Так, нам 8, да, надо было? 2. Так, 3. 4. 5. 6. 7. И последний. 8. 8 ящиков с инструментом. А, еще очки. Чего? Что-то я не понял, что там было? Фу ты, я уже что-то подумал, чего-то не нашли. Так, очки еще. 3D очки нужны. Блин. Вот они, выпали, ну наконец-то. Давай, прокачиваем способность ему до 3-го ранга. Так, ну что, сейчас самое интересное, ребята, буст, конечно же. Конечно же, буст. В бой. Кстати, испытания какие у нас? Ну вот, ребята, например, на этой неделе у нас разыгрывается Армагон. Вот, событие называется Армагеддон. Вот день Дони, видишь, вот эти вот персонажи, которые здесь даются. Вот эти персонажи можно фармить, ребята. То есть, вот ты выиграл, например, битву, да, получил одно ДНК на Донателло. Но при этом ты можешь за телепорты, когда у тебя пройдено на 3 звезды, проходить по нескольку раз, пока тебе не выпадет еще вот этот вот Донателло. 2 ДНК. И так каждый день, ребята. И потихоньку-потихоньку накапливаешь на всех, кто тебе нужен. Ну что, погнали, турнирная арена, друзья мои. Так, 11-11, есть такое дело. Противники, как всегда, пока изи. Ну и мы начнем их потихоньку разбирать. А я пока размешаю свою капучино. Горяченькое. Раньше пил кофе ложками, ой, ложками, чашками. А теперь, друзья мои, перешел на капучино. И не жалею, в принципе. Так. Ну что, перейдем? Да, конечно, перейдем. Давай дальше. Так, здесь вы, может быть, найти нам 11-12. Вот, спасибо. 11-12 есть. Раз, два, три. Погнали. Все-таки мне непонятно, почему я не мог увидеть Донателло ролевого. Он у меня... Блин, он уже не мог прокачан быть в платиновый ранг у меня. Нет. Почему же его тогда не показали там, не пойму. Ну что, воин 3 звезды. Как с куста. Так, давай-ка попробуем найти 12-13 или что-нибудь в этом роде. Да, крепко игра вцепилась в этот 11-12. Вот, вот они, родные мои. Так, раз, два, три. Уже 4 персонажа. Ну, хотелось бы, конечно, 5. Ну что, давай. Баллончика хватит им? Нет, не хватило. Тогда давай, Майки, добивай всех. Вот и все. Двигаемся дальше. И у нас уже элита пошла. 55-й ранг. Так, сейчас посмотрим. Нам бы 12-14 хотелось бы получить, верно? Ну, они дай... Вот. Нашли. Раз, два, три, четыре. Блин, я все, друзья мои, собираюсь в снэп поиграть, и никак руки у меня не доходят. Блин. Трэш какой-то. Так что-то я обленился. Прям, ну, нет слов. Так, скоро мы, кстати, допройдем на втором канале Outlanders. И надо будет что-то другое играть. Ну, в принципе, у меня там Frostpunk недопройденный и Iron Harvest тоже недопройденный. Надо будет их как-то пройти. Ну что, элитка уже 2 звездочки, как мы видим. 12-14. Попробуем найти. А, подожди, 12-14 нормально. У нас же было
Стоп. 12-14 ненормально. 13-15, вот что нормально. Яночка. Взбудораженная такая. Не выспавшаяся. Вышла Яночка к нам на растерзание. Ну что ж, давай. Пропишем ей славных звездюлик. Не ей, а ей, ее команде. Ей. Ее мы трогать, естественно, не будем. Так, ну-ка. Надо было Леонардо нам шваркнуть. Ну куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь, а? Лопушок. Все, спать, как говорится. К ногам, к коленкам к моим прижмись, блин. Так, ну что, мы двигаемся дальше. И да, элитушка 3 звезды, ранг 76. 13-15, дайте мне, пожалуйста. Не надо мне 12-14. Не получится, да? 14-16. Наверное, нет, друзья, скорее всего, не получится. Поэтому я соглашаюсь на их условия. Раз, два, три, четыре, пять. У них все равно пока еще 31 ранг, у нас 56, то есть разница есть. Соответственно, должны мы их разбирать здесь. Поехали. Так, надо Эйприл отсюда убирать. Да ладно, ты че? Саблезуб, ты че, борзил что ли? Что за слабая такая атака? Ну, Леонардо понятно. Так, Бакстера надо отсюда убирать с его массовой атакой. Макман даже не попал. А Донни тоже не попадет. Да, все мимо. Все, как говорится, ушло в молоко. Ну, а мы продвигаемся. Давай, 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 не томи меня. Ну, да, ребята, вот мы и до самураев добрались. 91-я позиция. 13-16. Сами дали. Ну-ка, что у нас тут есть? Раз, два, три, четыре, пять. Чисто черепашки-ниндзя против черепашек-ниндзя, да? Получается такая команда у нас. Ну что же, я готов. Начнем с массовых. Всегда начинаем с массовых и заканчиваем тоже массовыми. Есть такая есть возможность. Давай-ка, Лео, вызывай космический корабль. Тынь-тынь-тынь. Нормалек. Давай массовую, на добивку. Все, ребята, проще пареной репы. Разобрался, даже не вспотел. Погнали. Ну, здесь уже два поединка, как минимум, надо будет нам бомбить, чтобы перейти на следующий ранг. И у нас 14-17. Уровень, кстати, у них уже 43-42. Это говорит, вот он, вот этого Донателло я хотел, ребят, сегодня прокачать в платиновый ранг. Но почему-то я его не нашел в списке. Наверное, потому что он у меня уже в платиновом ранге. Хотя, когда я его мог поднять в платину ранга, что-то непонятно. Так, давай бомбочку бросай. Фигня какая-то получается. Надо... Во! Тыдыщ! А эти, по идее, должны, ребята, от постепенного урона отдуплиться, но Рафаэль все-таки добьет. Это точно. Он сделал свое грязное дело. Грязный Донни, да? Ну что, 50-й ранг, Лига Самураев 3 звезды. И у нас 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Два Рокстеди одинаковые, только один по-боевому одет, а другой пасхальный кролик. И оба подтягивают штаны. Давай так сделаем. Так, и штанишки у него, у этого Пита. Животик кругленький, штанишки еле держатся. Даже не штанишки, это шортики, что нет, штанишки все-таки. Давай, пасхальные яйца бросай туда. Ни у кого не уронили мы. Ну-ка, а ты? Ой, как хорошо. Значит, у этого... У этого яйца круче. У этого боевого Рокстеди яйца круче будут. А тут, оказывается, три Рокстеди боевых. Так, ребят, самурай 3 звезды, 84-я позиция, двигаемся дальше. 14-18. Обалденный слава, да? Слава. Черпашка. Хэбо. Черпашка.
Черпашка. Рома, Кирилл. Давай Ромку возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали вот так вот мы по командой. В принципе, мотогеной тоже прикольный, да, со своей ударной этой атакой, которая по земле идет. А вот у нас, кстати, и Кунаичи. Вот она, Кунаичи. Так, давай, пропишешь? Конечно, пропишет. Но я тебе скажу следующее. Что-то у нее инициатива не очень хорошая. А ну-ка, поехали. Разряд, как говорится. Так. Сплинтер, успокойся, блин. Хорош, что тут уже чудить. Удар по земле. Вот и все. Вот и осели птички. Вот и осели птички на жердочке. Ну, а мы двигаемся дальше. Сейчас где-нибудь 20-10 позиция должна быть, да? И 15-19. Они только приближаются к полтиннику, мы уже, ребята, за 60-й ранг перешли. Поехали. Начнем, конечно же, с массовых атак. Давай-ка пиццелицей вот так сделаем. Постепенный урон еще повесили, нормально. Донни. Ну-ка, по башке, на, кулаком. Рубанул. Муха слабачка, конечно. Но хватило ей добить. Хватило, я думал, что все-таки не добьет. Ну, а вот, ребята, и Лига Сёгунов. Вот она, Лига Сёгунов, родная моя. Так, 15-19. Давай Давида возьмем. Возьмем Давидука. И раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Значит, Шреддер ходит первым. Дальше идет Тигриный Коготь. Ну и на дорожку, кажется, на сладенькое. Белочки. Кстати, вот что белки, да, у Майки, и что крысы у Крысиного Короля, одинаково ульта. Ну, по идее это получается. 15-20. Ну что еще за кашель какой-то появился, блин. Не хватало еще, блин, подзаболеть. Да я только встал, друзья мои, в принципе. Я только смотрю на часы, ё-моё, уже пора бустить. Сразу же, хоп, одеяло откинул. Хоп, за компьютер сел, и все, ребят. Поэтому и без камеры снимай, потому что взъерошенный весь, блин, как бы. Неперспектабельно, так скажем. Смотримся, не фотогенично. Весь помятый, пожеванный. Я сидел вчера до скольки? До 6 утра, я кумкарек. Так, ну что, ребята, а вот и Лига Сёгунов, 2 звездочки у нас. Давай возьмем 15. Нет, давай посмотрим, может быть, дадут нам все-таки 16-21. Маловероятно, да? О, было! Блин, было, ребята. Есть, нашел. Нашел. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Вот так вот я сделаю. Ну что, бонзай, как говорится. Куда ты лезешь, хан? Фига он прописал карайки в табло. Надо вот этого супостата вальнуть, мне кажется. У нас массово это какого? У Джастина только, да? А, у Железноголового еще есть. Все. Как-то так. И никак иначе. Получилось все прекрасно. Совсем немножко нам не хватило, чтобы перейти на следующий ранг. И мы ищем опять же 16-21. Вот она. А бойцов практически-то и не осталось у нас, да? Практически их нет. Ну, поехали. Нате вам. Привет от Шурика, как говорится. Усаги сейчас добьет.
Даже не обсуждается. Ну, Усаги, видишь, он такой этот кролик чести. Поклон еще сделал. Типа, спасибо за спарринг, все дела. А у нас, друзья мои, 79-я позиция. Так, 16-21. Дай-ка мне все-таки 17-22. Но не хочет давать. Он как клещ присосался к этому 16-21, и все. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Ах ты, господи, давай, поехали. На. И добивает. Ну, против этой атаки этим ребятам не устоять, ну никак. А тем более, когда у них мало хп. Просто разбираешь на изи. Какое место мы занимаем? 31-е. Да дайте мне уже 17-22-то в конце концов, эй. А, 16, ну давай 16-22 фиксим. Что у нас тут? Раз, два, три, 4, 5. Слушай, мне такое ощущение, что мы сегодня перейдем в Лигу Мастеров. Как-то мы идем просто великолепно. Еще два персонажа у нас осталось, а мы уже практически в Лиге Мастеров. Сейчас глянем. Ну нифига, ребята, и у меня еще при этом два персонажа осталось. Это когда такое было-то в последний раз? Чтобы я не добирал никого, как обычно мы это делаем, с добором, а чтобы у меня еще и в запасе остались. Прикинь? Вот это да, вот это действительно, друзья мои, буст. Это самый что ни на есть 100% буст. Когда ты за одну заходку заходишь до Лиги Мастеров, и у тебя еще в запасе остаются персонажи. Это круто. Не, я серьезно, ребята, это очень круто. Это действительно 100% буст. Я даже не ожидал. Классно. Мы с 91 позиции переходим на 83. Ну вот, как-то так. Что у нас еще? Жетоны. Ну да, жетоны надо, конечно, пофармить. Поэтому давай-ка мы, наверное, давай сделаем здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Нам, в принципе, без разницы, какое событие проходить. Нам просто нужны жетоны. Откаты мы, по-моему, в прошлой серии взяли. Телепорты, точнее. Так что должно всего хватить у нас. Ну, а пока не дерутся, я хоть попью чуть-чуть. Ой, блин, чего-то не хватает. А не хватает нам сахарку. Но я сахар не пью, ребят, я сахзам применяю. Вот, заменитель сахар. Поэтому вот так вот. Ну что же, все, давай теперь фармить этот уровень. 15 жетонов за один поединок получается. Ну где-то 600 будет сегодня, да? Мало, конечно, но все-таки. И заодно тут 2 доллара еще забрали в шивеньких. Да даже не 600, ребят, тут получится чуть больше даже. Чуть ли не 700. Уже вон 640. А еще 3 попытки. Да, 730 где-то так. 730, друзья мои, да. Да, в принципе, наверное, и все. Так, я хочу посмотреть, где Донателло тут находится. А, так он у меня, ребята, он у меня в платиновом ранге. Сижу там, блин, а что ж такое-то? Что это мне говорю?
Донателло, блин, не высвечивается. Понятное дело, что в платиновый ранг. Все, ребята, можно, кстати, его тогда прокачивать будет по скиллам. Вот этот скилл, ой, скилл, вот этот вот, как сказать, баф. Нет, не баф, это... Ну, скилл, да? Самый такой мощный, нет, не этот. Вот этот, ребят. Плащ и огненный шар. Массовая атака с наложением постепенного урона, то есть разрушитель. Вообще круто. Ну и кунаичи мы прокачали. Ну что, друзья мои, мне сегодняшний буст очень понравился. Не зря я, как говорится, с кровати подорвался играть. В общем, все было замечательно. А на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.